Торжественное шествие 9 мая в День Победы начнется с прохождения войск Тюменского гарнизона. Вслед за ними пройдут участники бессмертного полка. Завершится все колонной бессмертного батальона. В ее составе будут родственники военнослужащих, погибших в локальных вооруженных конфликтах. Сбор желающих присоединиться к шествию начнется с 9:30 в исторической части города на пересечении улиц Республики и Челюскинцев и далее от Кирова до Луначарского. Тюменцы смогут пройти в шеренгах бессмертного полка до площади 400-летия Тюмени или площади памяти у технопарка.